Компания Уфанет возрождает традиции проведения субботников и приглашает вас принять участие 20 апреля в 10 часов в микрорайоне Южный. Каждый год проводят субботник, приглашается, но мы же ходим и не ходим, по-всякому бывает. Просто до этого жила в частном доме, и у нас каждый день был субботник. А вы-то выйдете в эту субботу? Я нет, конечно. Но я не сторонник субботников. Субботники остались ярким воспоминанием. Массовое мероприятие. Во-вторых, это было, по сути, свои и семейные мероприятия, это общедомовое мероприятие. Это то, что затрагивало всех. Вот идем и смотрим, сколько грязи выплыло. Дворник у нас сейчас убирается тоже ежедневно. Он чист всегда. Одними силами только коммунальных служб, вот в пик вот этой скопившегося всего грязи, мусора и так далее после осенне-зимнего периода, естественно, не справится, потому что это затянется на достаточно длительное время. Чтобы это стало, в общем-то, всеобщим мероприятием и не было скучным, а было, в общем-то, в виде какого-то небольшого праздника. После проведения субботника для всех жителей микрорайона Южный организуется праздничное мероприятие, куда можно прийти с детьми и родителями, где пройдут конкурсы, эстафеты, состязания. Будем вас ждать.